Продолжаем наш прямой эфир. Те, кто еще не понял, что происходит. Могу объяснить, что мы сегодня пытаемся приготовить фантастическое блюдо. Но вы видите здесь как бы наша студийная кухня. Из холодильника был извлечен шпинат. Шпинат, он в такой упаковке по 400 грамм, молотый, спрессованный и замороженный. Ну, по сути дела, это свежий сыроедный шпинат. То есть, всякий сыроед, ну, каким образом становится им? Он начинает употреблять что-то сырое, органические продукты. Конечно, этот способ разморозки шпината несколько попсовый. На данном этапе это выглядит вот так. Лишнюю воду мы сливаем. Вот кусок шпината размороженный лежит на тарелке. Кусок мороженого, ну, тупо шпината. На эту тарелку мы ложим, ну, в смысле, на сам шпинат мы ложим кусок сливочного масла. Без сливочного масла прикола не будет. В данном случае козырное сливочное масло из банки. Кришнаитское козырное сливочное масло самое крутое. Немножко. Немножко. Чтобы добиться этого фантастического вкуса, именно такой кусочек микро сливочного масла, ги, топленого, самого бешеного, самого крутого, вы просто офонарите. Все эти фаршированные соловьиными яйцами утконосы, про которые вам будут рассказывать сомелье, шоколатье и прочие ребята, не верьте. Настоящая еда, люди знают, что им есть. Тут прочитываются специальные мантры. И отправляется... Для того, чтобы масло впиталось в шпинат и возник этот фантастический вкус, надо его отправить обратно в микроволновку. Все будет нормально, это я вам гарантирую.